Привет, народ! Мы рады приветствовать вас на канале Капитан Герман. Что ты молчишь? Тебя слушаю внимательно. Вот, и у нас сегодня будет новый выпуск. Мы идем в одно великолепное место и вам будем показывать о том, как проходит наш сегодняшний день. Это место, где можно залезть в горы, где есть какой-то hidden lake. То есть up-to-date у нас в этот раз выпуск. Конечно, у нас все актуально. Короче, народ, мы там будем делать что-то интересное, ну и вам покажем, как у нас проходит день на лодке. Вы готовы? Выходим мы еще с более красивого и приятного места. Ну, это уже в прошлом, и это не важно, потому что нас ждет будущее. Так, народ, подписываемся на канал, проверяем колокол. Дальше будет только лучше. Погнали! Лезем под воду. Здесь, конечно, все очень красиво. Прикол этого места в том, что вдоль одного из островов есть большая стенка. И когда вы опускаетесь под воду, не нужен дайвинг, просто достаточно маски с трубкой. И вы видите перед собой стену глубиной в 30 метров. То есть вы, конечно, можете использовать дайв-оборудование, но оно вам не так, чтобы и нужно, потому что, в принципе, все самое красивое на глубине до 10 метров. Я бы сказал, даже 5, потому что все, что находится в приливно-отливной зоне и немножко ниже, это то, куда попадает больше всего света и то, где самая красивая жизнь на этом рифе. Еще особенность данного рифа, особенностью этого рифа является то, что вдоль него идут большие приливно-отливные течения. Нельзя сказать, что они прямо неконтролируемые, но если вы приходите на верхнюю точку с тузиком, можете привязать тузик к себе, к ноге, и сплавляться вдоль этого рифа и смотреть на все красоты, которые находятся прямо перед вами. То есть вы выныриваете и попадаете прямо под стенку, такой навес, который, это, собственно, сам остров. И вдоль него вы по течению проходите в сторону, там расстояние, наверное, метров 800. И где-то полчаса у вас есть на то, чтобы посмотреть на все красоты этого мира. И здесь риф очень живой, это популярное место, куда приезжают туристы. И здесь большое биоразнообразие, то есть рыбы, моллюски, очень большие, красивые, и есть очень много интересных рыб, интересных животных, которых мы раньше не видели. Вот сейчас вы видите, это, например, животное, которое внутрь себя собирает то, что поймало из воды, планктон,
и прочие микроорганизмы. Здесь большое количество медуз, они идут по течению вниз, и ими питаются черепахи и рыбы, и нам повезло посмотреть, как рыбы, собственно, этих медуз едят. Дальше мы решили чуть-чуть опуститься ниже, посмотреть. Здесь большое количество кораллов, на которых лежат вот такие вот красивые красные рыбы. Кстати, большие глаза рыбы говорят о том, что это животное ночное. То есть у дневных рыб у них глаза маленькие, а те, которые живут в темноте под кораллами, у них такие большие глаза. Дальше мы чуть-чуть продвигаемся, и Дина сняла нудибранча. Это голожаберный моллюск, такой маленький. Его очень тяжело увидеть, потому что он очень сильно сливается с окружающей средой. И если получилось у вас его увидеть, и вы знаете, на что смотреть, то их здесь вообще на Раджа Ампат очень большое количество. Они маленькие, данная особь не ядовитая, но если вот они цветные, такие яркие, то могут быть и опасные. Но не для человека, скорее всего, а для животных, которые решат его укусить. А здесь на песке мы можем видеть звезд и прочих обитателей морского дна. Конечно, после острова Кри здесь все немножечко беднее, потому что когда вы на Кри попадаете под воду, то вы на 3 квадратных метрах видите все, что здесь находится вдоль стены. Но провести время под водой, просто поплавать и посмотреть на красивые виды, создается впечатление, что перед вами такой большой 3D-телевизор, и вы смотрите с очень высоким разрешением на все, что находится здесь под водой, очень красиво. Актинии и рыбки-клоуны живут здесь в большом количестве. И интересно то, что актинии здесь огромные, и они стелятся таким большим ковром, и рыбки-клоуны, они достаточно разнообразные. То есть есть вот обычные, как в мультике Немо, а есть такие большие, темные, и они ведут себя вызывающе. То есть когда вы подходите, если маленькие рыбы, они прячутся внутрь актинии, то большие выходят к вам навстречу. Кстати, вот эти большие рыбы — это самки. И насколько я знаю, рыбы-клоуны, они могут менять свой пол на протяжении жизни. Вот такие вот интересные рыбы нам встретились. Интересно то, что они живут в симбиозе с актинией. И, скажем, если эта актиния является опасной для других животных, так как она для них ядовитая, то рыбки-клоуны вырабатывают свой иммунитет, и актиния их не жалит. Поэтому получается, что они в ней прячутся и нашли такой способ защиты от врагов. В общем, данный риф было очень интересно посмотреть. Мы здесь потратили всего один день для того, чтобы посмотреть на вот эту стенку, которую нам рекомендовали. Ну и дальше будем собираться уже двигаться в следующее место, потому что Раджа Ампат — это очень красивый подводный мир и разнообразный. Видите, там такой мыс вдалеке. Мы идем туда. Нам по расстоянию идти аж целых 10 морских миль. И там внутри такая прикольная бухточка, в которой надо будет бросить якорь где-то метров на 15. Щас написав у чаті, нам хлопчина зникнув муля. Минуло трохи часу, і ми слухаємо пісню, написана для нас тобою з чотирнацьким змістом.
Мы решили спуститься под воду в этом месте, потому что нам показалось, что снаружи должно быть хорошо, потому что там большой риф. Но оказалось, что здесь под водой не очень интересно. Правда, нам сказали, что рядышком с нашей лодкой есть Cleaning Manta Points. Это места, куда приходят мантурей для того, чтобы почиститься от того, что на них наросло. Но мы их здесь не видели, поэтому наслаждались просто тем, что есть. То есть одного раза вполне достаточно. И посмотреть, что здесь происходит под водой, ну, тоже было интересно, чтобы сложить свое мнение о том, стоит ли в следующий раз сюда заходить или не стоит. Но если вы уже сюда пришли, конечно, залезть под воду и посмотреть, наверное, имеет некий смысл, потому что тут также есть рыбы-клоуны, актинии, потом большое количество рыб, которые плавают вокруг, ну и, в принципе, какие-то шапки кораллов стоят, ну и вся жизнь проходит на этих шапках. Увидели нашу любимую большую темную рыбу клоуна, которая живет здесь с маленькими. Но это житель, это в принципе стандартный житель на Раджа-Ампат, и куда бы вы ни пришли нырять, с большой долей вероятности актиний будет большое количество. Дальше вы сейчас видите bedfish. Они, когда вырастают, становятся такими большими, круглыми по размеру, как сковородка. А то, что вы сейчас видите, это молодая особь. Ну и по дну растут такие кораллы, которые рожками, и в них живет большое количество мелких рыбок, потому что им здесь безопасно. А так, в принципе, сам риф достаточно бедный, и когда вы с него ныряете, и вам кажется, что на большой глубине тоже должно быть что-то интересное, оказывается, что там ничего нет. И, в общем, просто покупаться, провести время под водой можно, но специально сюда ехать смысла нет. Дина, куда ты такая великолепная собралась? Я в Secret Lake. Пиво не отдает, но тузик притягивает, а? Такого требует. Я тебе А, ладно, держи тогда мое второе, потому что кто-то должен включать педали на этом великолепном мопеде. Зачем ты одела эту белую шубу? Ну, потому что сегодня весь день лил дождь, и я готова ко всему. Сейчас там еще вообще ровно будет. И там вдалеке наше следующее destination Айрбарек. Ой, тут какой-то этот резорт или что-то там спрятанное. Что, испугался? Ой, смотри, как прикольно этот камень стоит. Тут даже нет. Так его подмыло. И мангры. И лес. Ой, там орхидеи растут, класс. Видишь, уже отвалился кусок. Да. Ну что, красиво тут? Красиво тут. И очень пустынно. Мы с собой взяли навигацию, и там, где что находится, это непонятно.
Интересно, это гнезда такие свисающие или что это? Видишь, такие темные пятнышки? Это гнезда. А может, летучих мышей, кстати, еще будет. Гнезда. Ой. Ну, навигация? Мы уже близко. Мы вначале в плохую корову. Ну, давай. Bad call. Папа, где навигацион? Вероятно. Но я туда заходить не хочу. Почему? Ой, огромная ящерица, смотри. Где? Ну, он над этим ползет. Ага. Над дыркой. Как думаешь, она на нас упадет? Если ты ее как следует испугаешь? А? Ого, огромная пещера. Летает. Ну, не так, чтобы их тут много, скажем прямо. У них тут такой хороший зал. Да. Может, зайти? Ты заглушишь двигатель, чтобы было слышно? Но она вон заканчивается, то есть туда особого смысла идти нету. Ну что, Дина, как тебе? Ну, интересно? У них тут нычка. А всего-то вот такая вот дырка и все. Ну там места достаточно. Ну. Так зеленью пахнет. Ага. Нам сюда? Мелко? Ну, видишь, рифы торчат. Говорят, что меньше метра не будет. Ничего себе. Выглядит... Как думаешь, проедем? Ложись. Вау. Очень круто, вообще пипец. Страшновато, что это обвалится все. Вряд ли обвалится, но что под нами, мы не знаем. Мы едем на самом маленьком ходу. Ну что, мы сделали это, круто, да? Главное теперь выход найти. Ну что, туда проедем? Аккуратно, мелко тут опять. Короче, мы сейчас находимся в Hidden Lake. Что это такое? Секретное озеро. Спрятанное. Спрятанное. Даже нет, не это секретное. Где ты видишь такие спрятанные секреты, а? Короче.
кажется? Я тебя снимаю. Это было страшно. А ты говоришь, вояга интересно. Вот интересное место. Интереснее вояга. Аккуратно, тут мелко. Ну, мы на поднятом моторе. Полетали дроном и проехали через пещеру. И птичек послушали. И птичек послушали и посмотрели на плохую корову. Bad cow. Слышал? Да. А, вон он, белый попугай там или кто-то. Слышишь? Вон там. У нас этот тузик, это просто какой-то кошмар. Смотрите. Да. Ой, ему год. Тузику год. Он течет, это одно место. Вот там вот. Второе, и вот там третье. В общем, тузик орех, все, говно. Алюминиевое дно, все полопалось, и через него течет. Это, я даже не знаю, что сказать, это просто какая-то жопа. Тихо! Там он еще один домик. Ну, я этот хотела на камне сфоткать. У него дорогой. Ага. О, орел. Шикарно. Все такое тут. Ужас. Мелкий противный капает. Фу.
Рядом с нами находится заброшенный резорт. Можно на него выйти прямо с тузика, потому что он находится на сваях, которые торчат прямо с большого рифа. И классно здесь тем, что прямо с этих домиков, прямо с пешеходных дорожек можно нырять и смотреть, что же здесь находится классного под водой. Так как это внутренняя акватория с манграми по кругу, здесь совершенно другая экосистема, своя экосистема. И у нас получилось посмотреть то, что находится на внутренней воде, и сравнить с тем, что находится на большой воде снаружи и на канале, в котором идет течение туда-сюда, в зависимости от прилива и отлива. Очень классные знания мы получили, посмотрели на животных, мир и на растения, которые принципиально отличаются, потому что внутри, там где мангры, вся растительность мелкая, а там где большая вода, там такие большие коралхеды, и внутри очень много рыбы, вот что-то на вкус, нам тривали и всякие сардины и прочее. В общем, естественно, мы на это все не охотились, но здесь классно, что можно выйти и зайти в воду прямо с пирса. Сюда, кстати, приезжают дайверы для того, чтобы там постоять, что-то перекусить в промежутках между дайвами. Но мы решили пройти и посмотреть, что же тут интересного происходит. И один домик такой более-менее в приличном состоянии. И пешеходная дорожка, которая идет через мангровый лес, тоже очень классная. Но все остальные домики, конечно, это полная заброшка. Но если жарко, допустим, прогуляться вот по такой великолепной дорожке, тенистой, которая закрывается снаружи деревьями, и выйти на другую сторону. В общем, она достаточно длинная, я думаю, метров 200, и с нее открываются красивые виды. В общем, место великолепное. И прикольно то, что прямо отсюда можно нырять, и рядом находятся мангры, чтобы посмотреть, что там происходит. И можно по этой дорожке выйти на противоположную сторону, там, где большой риф и открытая вода, и посмотреть, что же там под водой. Интересно, что это место, где мы остановились, казалось бы, ничто не предвещало какого-то интересного снорклинга, потому что обычно в местах, где мангры, там вода всегда болото. Мутная, да, а здесь была супер прозрачная, и мы видели всю вот эту экосистему, которая живет именно в прибрежных мангровых. Корнях мангров. Ну, да. Очень интересно, потому что много мелких рыб, которые прячутся в корнях, и именно мангровых рыб, которые вот прямо которых там мы больше живут. Нигде не встречали, кстати. То есть здесь мы встретили те виды, которые мы вообще нигде не встречали. То есть нам повезло, и мы тут достаточно много провели время под водой. Сейчас вам все замечательно покажем. Прямо рядом с нашим пирсом мы увидели очень интересных рыб. Это Orbiculate Cardinal Fish, которые сидят в мангровых лесах. Нам стало интересно, что же это такие за прикольные рыбы, потому что их здесь реально очень много.
тут они находятся. Они такие статичные, мы их увидели, потому что там огромная стая, сидят просто в манграх на одном месте, покачиваясь только с волнами небольшими. И вот, короче, про этих рыб мы узнали очень интересно, что они в основном живут только в Индо-Пасифике, то есть прямо там, где мы сейчас находимся. И в манграх находятся мелкие особи, то есть детки, потому что... Ну, тут вот как раз и видно, что они разные по размеру, есть покрупнее, есть поменьше. И в целом такая группа, они никуда с места не двигаются вообще. Короче, максимальная их длина 10 сантиметров, обычная длина 8-9. И половой зрелости они достигают самцы при 7 сантиметрах в длину, а самки при 6. Ухаживание у этих рыб интересно, что происходит по циклу Луны. Перед новолунием и перед полнолунием. Причем они размножаются каждые 2 недели. Откладывают около 12 тысяч яиц. И у них самец их высиживает. Это тоже интересно. И икра развивается в течение 8 дней. То есть они такие достаточно быстрые и продуктивные. Также стоит отметить их рацион питания. Ну да, питаются они в основном планктоном и мелкими-мелкими ракообразными. И это всегда происходит по ночам, то есть либо поздним вечером. Либо после захода солнца, либо перед закатом. Мы не застали, короче. Colors blur and waves are sway. Silent world beneath us lay. Breathing slow where light is fading. Underneath where dreams are waiting. Fish and coral dance together. Softest touch in liquid weather. Every sound a muted treasure. Floating in this endless pleasure. Deep below the surface gleaming. In this realm where we are dreaming. Также здесь во внутренней акватории мы встретили большое количество рыб, таких как рыба флейта, и дальше там разные прикольные, красивые, разноцветные баннерфиши, которые не сильно нас боялись и не очень от нас удирали, но как бы даже давали подходить к себе поближе, и у нас получилось их очень классно снять. Ну и звезда этого места, самая красивая рыба, мне кажется, которую мы тут встречали, это Sweet Lips Arlequin, причем это малыш, это особь еще не половозрелая, то есть он совсем маленький, они вырастают до огромных размеров, до 50 сантиметров в некоторых случаях. О, красивый. И они очень сильно видоизменяются во взрослом возрасте. Нам посчастливилось увидеть именно вот такого суперкрасивого малыша. Лично мне очень понравились большие стаи съедобных рыб. Это называется fish school, когда они собираются в такие большие стаи и крутятся, и этими стайками ходят. Причем от там нескольких десятков особей до многих-многих тысяч, когда они занимают практически всю акваторию. И они не боятся, к ним можно подходить близко. И они, конечно, не дают себя трогать, но при большом желании даже... Это можно сделать, потому что они не то чтобы сильно удирают, но зато посмотрите, какая красота вокруг, когда ты подплываешь к ним, и они тут рядом с тобой делают свои пируэты. Это выглядит, конечно, супер-супер интересно и супер классно. Также во внутренней акватории мы увидели анемоны, рыбку клоуна. То есть они такие классические, как вот рисуют на картинках. И я получил огромное удовольствие, их снимая, потому что тут как бы они прячутся, вылазят, они смотрят на тебя, залазят, прячутся обратно. И это все происходит, их много на одном квадратном метре.
И вот, наплававшись, посмотрев на все, что находится во внутренней лагуне, мы решили пойти на наружную сторону, там, где большой риф, и уже прямо с берега туда в ластах заходить, потому что сейчас течение будет идти внутрь, и мы оттуда просто на течении поедем прямо к нашей лодке. Очень интересное место и очень перспективное, и мы поговорили тут с дайверами, они сказали: вот сюда идите, там будет великолепно. Еще это место примечательно тем, что здесь была как будто бы такая лагуна, и из нее достаточно узкий выход наружу. И благодаря этому там всегда есть течение, а сильное течение – это залог видового разнообразия рыб. То есть, с одной стороны, ты можешь просто по мостику пройти, занырнуть и лечь на течение, и, собственно, эти рыбы все будут перед твоими глазами, даже не надо плавничками махать. Но это если течение в ту сторону, если в другую, то ты заходишь с другой стороны. В общем, ну, здесь нас тоже порадовали разные виды рыб. Мне очень нравится снимать, я часто хватаюсь за камеру, сразу как вижу парных рыб. То есть очень многие рыбы плавают парами. И у меня есть целая уже такая коллекция парочек. Типа баннерфиш всяких, да? Ну да, да, разные. И риф, кстати, очень прикольный, живой, большое количество мягких кораллов, жестких кораллов. И очень часто, где высокая температура, то кораллы умирают. А так как здесь течение заходит снаружи и вода достаточно холодная, то риф живой и очень классный. Да, нам понравилось здесь плавать. Мы плавали один день в одну сторону, другой день в другую сторону. Хотя, в принципе, изначально казалось, что ну что тут может быть. А потом мы посмотрели, оказалось, что это место, куда возят дайверов, потому что рядом с мелководьем есть большой свал, и там где-то 25 метров глубины, и мы даже видели там сидящих дайверов внизу, а мы сверху над ними плавали. Но рыб, конечно, здесь много, и мелких, и больших, и таких прямо больших, там несколько метров, и съедобных, и несъедобных, то есть разных, и вообще ну, великолепно. Съедобных мы не ловили, тем не менее, не, ну мы вообще здесь ничего не ловили. Вообще охота на рыб запрещена. Ну и не хотелось. Когда ты ныряешь в такой красивый риф, то, ну, нам, я не знаю, мне во всяком случае не хочется даже думать об этом. Смотри, вот, например, черепаха, которая нас не боится, к ней подплываешь. Да, черепашки здесь классные, они много где встречаются, и они совершенно не пуганные. Ну и вот стаи бэтфишей. Я очень люблю этих рыб. Вот они взрослые, вот такие, как здесь сковородка на видео. Size. Да. А когда они малолетние, они такие вертикально очень вытянутые. И вообще супер необычной формы. Как луна в новолуние. У них еще нижние плавнички. Они им иногда где-то упираются и задерживаются, чтобы на одном месте. Ну и здесь огромное количество анемонов и рыбок-клоун. Классических немо-раскрасок, да. И разных других, и анемоны очень разные, и маленькие, и большие, и прямо на каком-то пятачке стоит, и вообще великолепно, просто проплываешь, там на 10 квадратных сантиметрах сидят эти рыбы-клоуны. Да, тоже в коллекцию, вот у нас коллекция парных рыб, коллекция рыб-клоунов и коллекция нудибранчи. Ну, нудибранчи это ты снимаешь, и здесь мы, кстати, по-моему, не видели ни одного нудибранчи. Ну, почему не присматривались, чтобы нудибранчи смотреть, это нужно так очень много времени проводить, очень вблизи все это рассматривать. Ну, а когда у нас течение... еще не было тут макро объектива тогда с нами. А когда еще течение такое, что тебя там ты держишься за коралл, а тебе пальцы отрывает. Это не те условия, при которых можно смотреть на нудибранчи. А вообще, здесь есть и мелкая акватория, где ты, когда с берега заходишь, можешь там по грудь стоять. А есть глубина, если хочется понырять поглубже, то там уже рыбы, конечно, другого размера, побольше. А еще прямо здесь мы встретили самую ядовитую змею в мире. Это рифовая змея, такая черно-белая, и когда ее там люди видели, все в ужасе расплывались, потому что это на самом деле змея, которая
которая может убить человека за 2 минуты. То есть это реально опасная штука. Опасная, но она не агрессивная. То есть она очень редко нападает на людей и в основном пытается скорее избежать всяких контактов. Но я читал, кстати, что они очень агрессивные в период спаривания и даже могут специально выплыть, чтобы напасть на дайверов либо на снорклеров. Но это нивелируется тем, что у них очень короткие зубы, и прокусить, например, гидрокостюм они не в состоянии. Ну и в целом, конечно, всегда нужно быть внимательным и стараться избегать близких контактов с такими непонятными и, вероятно, ядовитыми... Невероятно, а гарантированно ядовитыми. Кстати говоря, эта змея под водой плавает со скоростью 19 км в час. И это делает ее великолепным охотником, то есть она охотится там на рыбу, ну, короче, все, что рядом, она может легко догнать. Ну да, и она предпочитает мелководье, как раз где все снорклеры и плавают. И в целом, ну, в целом ее нрав, он такой не агрессивный. Также у нее есть естественные враги. Это орлы. Орлы, да, орлы охотятся на эту змею и могут ее убить. Но мы, нам посчастливилось встретить. И такую. Они, кстати, одни из самых малоизученных змей в мире, потому что их очень тяжело наблюдать в среде обитания, и они достаточно редкие. Ну, нам да. Повезло. А называется эта змея морская змея Белчера. А еще мы встретили очень смешную рыбу, это дамсельфиш, таких много, они да, мы их очень живут. Часто встречаем, но обычно это стайка огромная и очень мелких рыбочек, они все тусуются вместе и в случае там приближения сразу прячутся в кораллы. А, кстати, ты знаешь, что эти рыбы, они очень агрессивные? Ну и... вот этот как раз тот, что ты заснял, именно такой, это тот редкий случай, когда рыба отдельная, не в куче других рыб, и он явно был настроен очень негативно по отношению к тебе. Скорее всего, кстати, это она, и вообще все эти рыбы очень территориальные. И интересно то, что когда они спариваются, самки отдают предпочтение самцам, которые имеют самую большую территорию, при этом территория должна быть максимально подходящая для того, чтобы сделать гнездо, потому что только так есть большой шанс для репродукции, для выживаемости. Кстати, вау, вот она вау, сейчас вау. Нападает. Это дьявол. Мы полезли смотреть в интернет, и такое количество. Это самое... Я понял, что ты был в опасности. Я был прямо конкретно в опасности. Ну да, он такой настроен явно решительно. Кстати говоря, самцы, когда ухаживают за самками, они плавают по воде вверх-вниз. И важно не количество, не скорость, с которой они это делают, а еще и количество. То есть те, кто делают это быстрее, это значит, что они самые сильные, самые энергичные. И именно им самки отдают предпочтение. То есть все как у людей. Должен быть спортивный, в хорошем теле и с большой территорией. У нас случилась небольшая неприятность. Тузик, на котором мы выезжали наружу в очередной из разов, у него порвался шланг топлива, то есть там можно было легко починить, но без отвертки это сделать было сложно. Поэтому нас отвезли на лодку дайверы.